Человек и храм. Когда человек один был еще ребенком, его бабушка, которая безмерно его любила, сказала ему: «Внучек, жизнь большая, и не всегда живется легко и приятно. Если в жизни случится так, что тебе будет невыносимо тяжело, ты пойди в храм, и тебе там сразу станет легче, тебе там помогут». Так и случилось. Человек вырос, и настал период его жизни, когда жизнь сделалась невыносима, и он пошел в храм. Только он вошел, как тут же кто-то подлетел к нему и говорит: «Вы не так стоите, нельзя спиной стоять». Он дернулся, переместился в другое место, тут к нему подлетел еще кто-то, сказал: «Вы руки не так держите». Потом еще кто-то подошел: «Вы одеты не так». Опять кто-то подошел и говорит: «Ты неправильно крестишься», и так далее, и так далее, и так далее. И вот это отношение людей просто вытолкнуло, вытеснило человека из храма, он вышел, и так жизнь была тяжела в этот период. А тут еще так, там, где он хотел найти поддержку, отдохновение, умиротворение, в общем, все получилось наоборот. Человек сел на скамейку и горько заплакал. Вдруг чувствует, кто-то присел рядом. Он повернулся, и это был Христос. Человек упал ему на грудь и, рыдая, произнес: «Господи, как же мне жить, если меня даже в храм не пускают?» Христос улыбнулся, погладил его по голове и сказал: «Успокойся, все нормально. Они меня уже давно в храм не пускают».